Сергея Иванова. Друзья, всем привет. Мы вспоминаем сегодня Сергея Иванова, и Юрий Федорович пришел для того, чтобы показать техники. Ну, как мы сейчас можем показать? Ну, то, что он уже ушел, и он уже не покажет ничего. Да. Вот. А то, что я запомнил из того, что он показал, ну, можно сейчас... То, что он делал. Да. Конечно, не таким эффектом, как у него, но вот как-то мы сейчас вместе сделаем. Осмотрируем. Да. Юра начинает, я потом закончу. Да, да, да. Ты можешь момент, а он, наверное, высокий для тебя, нет? Да нет, он брал захват верхний, только перекрывали ему. Так же вот отклонял голову, брал спинку и выдергивал вот сюда, на себя, чтобы противник вышел к себе. Дальше делал подшаг этой ногой, вот это, и сюда заходил на подхват. Ну вот таким движением. Давайте я попробую выполнить, да, максимально да. Близко. А меня подкорректировать, сказать так и так. Да. Поворот вот этот на ноге. Не надо. Я взял захват, он меня перекрывает. Я ногой шаг назад. Тормознул. Не, уже. Я взял захват. Назад, когда уже на спине захват. На спине когда захват. Раз, два, взял. Да. И теперь назад. Вот. Он пытается вернуться, как бы, ты его вытягивает на ногу, да. И вот момент, как бы, раз, вот отсюда. Уже два результата. Да, все, все. Уже раз, вот хорошо. В этом положении, да. Да, 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 да. И да. Пошел. Вот он пошел подход. Почему у него постоянно получался такой подход, и люди знали, что он делает, и почему все равно у него получалось? Потому что противник в этот момент, вот когда он вытаскивал, вот это движение делал. Вот это, назад. Противник упирался, тащил его к себе, вот так вот. И на это движение просто вот входил туда и делал. То есть противник как бы его сам затаскивал туда. Причем, обратите внимание, да, что направление броска у него не туда идет по отношению к себе, да? А вот туда. Да, да, да. Ну, надо вспомнить, что Сергей Иванов 5 раз выиграл чемпионат города. Это тоже достижение. Выиграл вооруженку один раз, по-моему, да? 5 лет подряд. Один раз вооруженку. Один раз вооруженку выиграл. На самом деле, вооруженка это как маленький союз. И травмировался перед 150 народов, что не смог поехать. Проиграл по финале на гонке. Кто он боролся по форму? Мышка, мышка, бедро. Задняя поехала. Да, да, да. На да, ноге. Травмировал, да. На ноге попрыгал. Да, да. Он был первым номером от Ленинграда на 150 народа. Поэтому, друзья, жалко, что люди уходят, но мы постараемся эти техники по возможности как бы собирать, рассказывать, потому что пройдет период какой-то, и кто-то эти техники все равно будет делать. Когда будут такие же кондиции, ну, фактура такая же будет, и люди будут знать, что делать. Спасибо большое. Все, спасибо, Юрий. Антон, спасибо. Кто уходит,